Первый андроид-водитель. Этот проект понравился бы фантастам прошлого, которые не догадались до беспилотных автомобилей, а везде воображали андроидных роботов. Японская лаборатория представила робота-гуманоида по имени Мусаси, который выполняет роль водителя электротакси. Цель демонстрации – показать потенциал автономных технологий и их возможное применение в будущем. Мусаси был разработан в 2019 году для тестирования различных систем управления и имеет пропорции, близкие к человеческим. Робот оснащен высокотехнологичными камерами для обзора и был посажен за руль автомобиля Toyota. Хотя Мусаси уже умеет управлять автомобилем, ему предстоит научиться быстрее реагировать на изменения дорожных ситуаций, например, при подъемах и поворотах. В дальнейшем разработчики планируют наделить робота не только навыками водителя, но и способностью помогать людям в повседневных делах, например, ходить в магазин.